Как тебя зовут? Кайра Свит. Я мистер Миллер. Ты должна была получить список книг. Я все прочитала. Что? Все 12 книг? Оторвалась. Каково это быть взрослым? Мне 18. Пропадаю в диком, захолустном Теннесси. Тебе не страшно ходить по этим лесам? Это меня нужно бояться. Я хочу, чтобы ты написала эссе в стиле своего любимого автора. Предлагаете особые отношения, мистер Миллер? Джон готовит ее к своей трансцендентности. Она красивая? О, она талантлива. Черт, это еще хуже. О чем ты пишешь? У меня нет вдохновения, нет достижений. Влюби его в себя. Она открыла рот, чтобы что-то сказать. Но слов не было. Зачем ты это написал? Это неуместно. Вы сказали, пиши, что знаешь. Если не перепишешь, не засчитаю курс. Только посмей. Он как будто жил в монохроме, а ты первое, что он увидел в цвете. Ты взрослый. Прояви ответственность. Ты моя ученица, я твой преподаватель. Это все. Если она убедит директора, что между нами что-то было, я потеряю работу. Это не все, что ты потеряешь. Ты разрушишь его жизнь. Своими словами, как все началось? Девушка Миллера в кинотеатрах с 22 февраля.